Привет, друзья! Сегодня будем говорить про квартоквинтовый круг. Выясним, зачем он нужен, какая от него польза, и на практических примерах разберемся, как же с ним взаимодействовать. Урок будет полезен не только новичкам, но и тем, у кого уже есть некоторые представления о круге. Поехали! Но прежде чем мы начнем взаимодействовать с кругом, нужно разобраться, что же обозначают все эти буквы и знаки. Если вы обладаете этим знанием, отлично. У ролика есть удобный тайминг, поэтому вы можете перейти или сразу ко второй части, или в интересующий вас раздел. А мы займемся немного теорией. Если посмотреть на инструмент в пределах октавы, то мы можем насчитать 12 клавиш. 7 белых и 5 черных. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И когда мы заканчиваем счет, мы начинаем все то же самое с самого начала. У нас есть 7 полных октав на инструменте и 2 неполные. Там одна нотка наверху и 2 внизу. Для чего нам это нужно знать? Если вы сейчас посмотрите на квартоквинтовый круг пустой, то вы насчитаете там 12 ячеек. Я думаю, что уже несложно догадаться, что именно эти 12 нот мы должны поместить в 12 ячеек. Вот сейчас мы с этим и будем разбираться. На фортепиано ноты идут в привычном нам порядке, то есть до, ре, ми, фа, соль, ля, си и так далее. А на квартоквинтовом круге мало того, что они обозначаются латинскими буквами. Если вы до сих пор не умеете читать латинские обозначения нот, переходите по ссылочке и смотрите это видео. Так вот, а во-вторых, нотки на квартоквинтовом круге идут совершенно в другом порядке. То есть там нет такого до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Каким образом располагаются ноты на квартоквинтовом круге? На самом деле все это идет от звучания нот, а точнее от их совместного звучания. И чтобы как-то вообще это там в голове для себя понять, мы с вами должны поместить нашу первую ноту, это будет нотка до, в круг. И именно от нее мы начнем наше путешествие по семи кругам ада. На самом деле, шучу, в круге всего два круга. Есть внешний и внутренний. Значит, мы помещаем нотку до вверх. Это просто правило. И от нее начнем наше путешествие. И чем ближе нотки будут к этой нотке до, то есть на круге у нас сейчас будем мы заполнять разными нотками круг, и чем ближе мы будем к нотке до, тем более благозвучное будет звучание. Чем дальше мы будем от нее удаляться, тем, соответственно, менее благозвучное. В гамме из 7 звуков у ноты до есть 2, с которыми она всегда будет звучать хорошо. Это нота фа и нота соль. Давайте посмотрим, что в круге у нас нота до – это си латинская. И теперь нам нужно поместить ноту соль. Давайте ее поместим справа от ноты до. Это нота G. И нота фа, которая обозначается латинской буквой F, слева. Дальше вы поймете, почему мы сделали именно так. Значит, до. Далее у нас справа нота G и слева нота F. То есть соль и фа. Вот теперь нам и нужно выяснить, какое же расстояние между этими нотами. То есть, когда мы играем гамму, понятно, что ноты идут подряд, и у них, ну, самое ближайшее расстояние, это может быть или полтона, или тон, да, когда у нас вмещается три звука. А какое же расстояние на квартоквинтовом круге у нот? Опять берем за основу ноту до и попробуем посчитать. Следующая у нас стоит нотка, если мы пойдем сейчас с вами по часовой стрелке. Кстати, по кругу можно двигаться в двух направлениях: по часовой стрелке и против часовой стрелки. Вот сейчас мы идем по часовой стрелке, и если мы с вами посчитаем от нотки до к нотке соль расстояние, 1, 2, 3, 4, 5, то получим 5 клавиш. В музыке расстояние от одной ноты до другой называется словом интервал. Так вот, у нас этот интервал называется квинта, который вмещает 5 ступеней. Или 3,5 тона. Давайте попробуем посчитать. 1. Вообще, что такое тон? Давайте начнем. Что такое полтона? Полтона – это ближайшее расстояние у двух клавиш. Вот оно. А тон, соответственно, вмещает в себя полтона. Считаем. 1 тон. Дальше от ре. 2 тон. Полтона. И еще тон. Получилось, что в квинте у нас 3,5 тона. Значит, один интервал построили. Второй интервал у нас до и фа. То есть у нас вторая нотка фа. Если мы пойдем против часовой стрелки по кругу, строим. 1, 2, 3, 4. Вот она фа. Интервал получился меньше, и называется он кварта. И, соответственно, в нем уже не 3,5 тона, а 2,5. Проверяем. 1 тон, 2 тон и полтона. То есть получилось 2,5 тона. Но смотрите, какая интересная история получается. Если квинту до соль сыграть не вверх на инструменте, а вниз, посчитаем, какой интервал получится. 1, 2, 3, 4. Мы уже выяснили, что 4 звука – это кварта. То есть одни и те же ноты вверх образуют квинту, а вниз образуют кварту.
То же самое, если мы сейчас сделаем это с нотками до и фа. До фа вверх это будет кварта, а до фа вниз это квинта. То есть это два интервала, которые можно назвать зеркальными. Квинта, кварта. Эти же ноты. Кварта, квинта. Думаю, что вы уже догадались, что название именно отсюда и идет. Кварта, квинтовый круг. Но я хочу заострить ваше внимание именно на квинте. Вот просто сейчас запомните, что квинта – это у нас будет такое ключевое слово, когда мы начнем движение по кругу. Так, но у нас с вами всего лишь 3 сектора, которые мы заполнили. Еще 9 пустых. Поэтому сейчас мы начнем с вами движение по часовой стрелке. И мы помним о том, что мы идем с вами по квинтам. То есть движение начинается по квинтам. Первое расстояние мы построили. Это нота до и следующая нота соль. Вот далее от соль нам нужно сделать то же самое. То есть вверх посчитать 5 ступенек. Это квинта. 1, 2, 3, 4, 5. Это нота ре. В круге это нота ди. Далее от нотки ре считаем пятерку. 1, 2, 3, 4, 5. Это нота ля. Ставим букву эй. Далее от ля считаем 1, 2, 3, 4, 5. Нота ми, ставим и. И так далее, пока вы не дойдете до 7-й нотки. То есть у нас 7 нот, соответственно, и 7 должно быть у вас букв по часовой стрелке. Теперь мы с вами займемся второй половиной круга и пойдем против часовой стрелки. Начнем движение также от нотки до. Многие говорят, что по часовой стрелке мы идем по квинтам, а против часовой по квартам. Но смотрите, если мы берем такой вариант и идем по квартам, то на инструменте вам эту кварту нужно строить вверх. И тут происходит какой-то диссонанс. То есть по кругу мы идем вниз, на инструменте мы идем вверх. Поэтому вспоминаем, я вам сказала, запомните слово ключевое квинта, что мы будем все строить по квинтам. Поэтому и против часовой стрелки мы тоже с вами будем строить интервалы по квинтам. До. Строим с вами вниз. 1, 2, 3, 4, 5. Квинту и получаем фа. То есть, если бы мы ее вверх построили, это тоже была бы фа, только надо было строить не квинту, а кварту. Поэтому проще запомнить и по часовой, и против часовой идем по квинтам. Фа. А вот дальше интересно. Попробуем от фа построить вниз еще одну квинту. Фа, ми, ре, до, си. Да, вроде бы действительно 5 звуков. Но звучит как-то странно. Именно такой интервал в музыке называется тритон. Сейчас нам это не нужно знание, но тритонов в квартоквинтовом круге у нас быть не должно. Поэтому что нужно сделать? Нужно проверить. Мы знаем, что квинта включает 3,5 тона. Проверяем. Давайте здесь полтона. Есть тон. Значит, полтора, еще тон. 2,5 и всего лишь полтона. 3. А нам с вами нужно 3,5 тона. Чистая квинта – это 3,5 тона. То есть мы спускаемся на полтона. И возникает вопрос. Какая же это нота? И здесь мы с вами должны поговорить про знаки альтерации. Что это такое? Это бемоли и диезы. Диез звук повышает, то есть на полтона вверх. Например, если у меня до диез, я не играю клавишу до, играю до диез. А бемоль звук понижает. То есть если у меня, например, клавиша си, и я хочу сыграть си бемоль, то есть я иду на полтона вниз, то есть си бемоль. И поэтому сейчас посмотрите на квартоквинтовый круг и запомните, что когда мы идем по часовой стрелке, у нас появляются диезы, а когда мы идем против часовой стрелки, у нас появляются бемоли. Так вот, именно сейчас, когда мы с вами спустились на ноту си, я думаю, что вопрос отпадает. Это будет нотка ля диез или си бемоль, потому как против часовой стрелки мы идем с вами по бемолям. Соответственно, фа и си бемоль. То есть все черненькие клавиши, которые сейчас нам будут встречаться, они будут бемолями. Соответственно, если мы идем по часовой стрелке, черные клавиши все диезы. Так, есть си бемоль, построили. Дальше строим еще квинту вниз. Си, ля, соль, фа, ми. Но мы уже договорились, что в си бемоле, соответственно, ми бемоль. Следующая квинта ми, ре, до, си, ля. Опять бемоль. То есть просто стоит эй и рядышком бемоль. И вы понимаете, что на клавиатуре это черная клавиша. Думаю, что вы дальше справитесь самостоятельно и заполните круг. Что ж, с этим мы все выяснили. Ноты мы заполнили, но что обозначают эти ноты в круге, как просто как ноты? На самом деле они еще и обозначают тональности. Что такое тональность? Это у нас с вами лад, окраска. Мы используем в квартоквинтовом круге всего 2 лада. Мажор, который звучит так, и минор. То есть с минорной окраской. Никаких пентатоник, фригийских, дорийских, лидийских ладов здесь нет. То есть 2 – мажор или минор. Так вот, смотрите.
В природе у нас существует всего 24 тональности. Откуда мы берем эту цифру? Вспоминаем. 12 клавиш, соответственно, 12 мажоров может быть, 12 миноров. Но если вы сейчас посмотрите на заполненный круг и посчитаете все буквы, буквы насчитаете 30. И зададите мне вопрос, так, почему? 24 же должно быть. И если сейчас посмотреть на три нижних сектора в круге, то там у нас с вами получилось по две буквы. На самом деле есть 6 тональностей энгармонически равных. Что это значит? То есть, например, смотрите, ре бемоль мажор, вот я вам сейчас играю. И до диез мажор. Сейчас скажете, вы сыграли одну и ту же гамму. Действительно, я сыграла одну и ту же гамму. Но в записи вы будете писать ре бемоль мажор с бемолями, а до диез мажор с диезами. И на самом деле это говорит все про удобство. Посмотрите, в ре бемоль мажоре будет ре бемоль, ми бемоль и фа, спокойно чистая клавиша. Фа, соль бемоль, ля бемоль, си бемоль, до тоже чистая клавиша и ре бемоль. А если мы пойдем по до диез мажору, смотрите, что получится. До диез, ре диез и ми диез. То есть неудобно, да? Вот здесь ми мы представляем белой клавишей. Ми диез, фа диез, соль диез, ля диез. То же самое с ноткой си. Си диез и до диез. То есть это те два исключения, когда у нас нет между белых клавиш черной. И мы ми диез должны играть обычную ноту фа, а си диез должны играть обычную ноту до. Поэтому просто ре бемоль мажор легче воспринимается именно в записи, когда вы читаете какие-то произведения. Поэтому теперь вы знаете, что на самом деле теоретические тональности 30, но используем мы практически их 24. А теперь нужно понять. В круге у нас есть ноты, которые обозначают еще и тональности. Но каждая тональность со своей краской. То есть у нас есть только одна тональность, в которой нет черных клавиш мажорная, и одна тональность, в которой нет черных клавиш минорная. В круге это си, который обозначает до мажор, вот он, нет черных клавиш. К минорам еще доберемся. Все остальные тональности будут с черными клавишами. Так вот, порядок возникновения черных клавиш у нас очень точный. Сейчас мы пойдем по часовой стрелке и пойдем по диезам. Нужно запомнить очень простую детскую читалочку. Фа, до, соль, ре, ля, ми, си, все диезы назови. Что это значит? Что фа, до, соль, ре, ля, ми, си – это тот порядок, который будет неизменным. Вот как цифры 1, 2, 3, 4, 5. Вы точно знаете, что за пятерка и шестерка. Вот так и в возникновении знаков. Если у вас 4 диеза, это всегда будет фа, до, соль, ре. И никак иначе. Теперь нужно понять и взаимодействовать с кругом. В до мажоре у нас с вами без знаков и нет. Следующая тональность по часовой стрелке – это соль мажор, то есть G major. И в этой тональности у нас с вами будет, соответственно, один диез по считалочке. Какой? Фа диез. Ну, например, если вы не знаете считалочку, но вы можете тогда себя проверить теоретически. Для этого нужно знать, как строится мажорная гамма. Давайте вернемся к до мажору и посмотрим ее строение. Тон, тон, полтона, тон, тон, тон и полтона. Но обычно говорят 2 тона полутон, 3 тона полутон. Вот давайте по этой схеме попробуем построить от нотки соль гамму. Смотрите. 2 тона полутон, все отлично. 2 тона. Здесь не получается еще один тон. Нам нужно 3 тона. Раз, два, три. То есть третий тон нам нужно повысить ноту. Соответственно, здесь будет фа диез и соль. Если мы идем с вами по часовой стрелке, вспоминаем, у нас появляются только диезы, никаких бемолей. Соответственно, в соль мажоре будет один знак фа диез. И так вы можете проверить нас все тональности. Следующая тональность ре мажор, соответственно, в ней будет уже 2 диеза, это будет фа и до. Мы все время будем возвращаться к началу считалочки. Следующая тональность после ре ля мажор, и в ней уже будет 3 диеза: фа, до, соль и так далее. Мы сейчас не будем перечислять все. Давайте теперь пойдем против часовой стрелки и посмотрим, что же с бемолями. Неужели придется еще одну считалочку учить? На самом деле нет. Фа, до, соль, ре, ля, ми, си, все диезы назови, а в обратном порядке си, ми, ля, ре, соль, до, фа. Вот и вся моя игра, кажется, так было. Точно не помню из школы, но по диезам точно помню. Значит, по бемолям мы идем в обратном направлении си, ми, ля, ре, соль, до, фа. Смотрим, у нас первая тональность до, в ней знаков нет. Следующая тональность фа мажор, и в ней появляется один бемоль. Соответственно, какой, если в считалочку смотрим? Си бемоль. Есть. Следующая тональность си бемоль мажор, и в ней уже, соответственно, будет 2 знака си, ми. В ми бемоль мажор их будет 3, си, ми, ля и так далее. Если хотите, можете опять же себя проверить. Вот построить си бемоль мажор. Тон, тон, есть 2 тона, полутон. То есть мы использовали и си бемоль, и ми бемоль. Дальше было 3 тона. Тон, тон, тон и полутон. Все совпадает. То есть теоретически вы всегда себя можете
проверить. Давайте теперь разбираться с внутренним кругом. Во внутреннем круге, как вы уже догадались, должны поместиться минорные тональности. И здесь нужно запомнить, что у минора есть три вида. Натуральный, гармонический и мелодический. Так вот, в квартоквинтовом круге мы будем использовать только натуральный минор. Опять же, для того, чтобы как-то взаимодействовать с кругом, мы должны поставить первую ноту, от которой начнем свое путешествие по минорам. И если в мажорах это была нота до, то в минорах под этой ноткой вы видите маленькую эй. То есть ля минор. Это та тональность, в которой тоже нет ни одного знака. Смотрите, как можно на самом деле, как взаимодействуют эти до мажор и ля минор. Их называют в музыке параллельными тональностями. Что это значит? Это значит, что звучат они по-разному. Одна мажорная, а вторая минорная. Но количество знаков у них одинаковое. Соответственно, здесь 0 и здесь 0. Следующая тональность у нас с вами по квартоквинтовому кругу. Какая идет? Если мы идем по часовой стрелке, у нас была тональность соль мажор. Так вот, либо мы от ля строим квинту, ля, си, до, ре, ми, и получаем эту ноту ми, либо мы можем воспользоваться другим вариантом, как мы ищем параллельную тональность. Вот у нас есть изначальная тональность соль мажор. И здесь проведите себе сразу параллель. Если мы будем искать минорную тональность, то есть настроение наше будет понижаться. Соответственно, мы на инструменте идем в левую сторону. Если мы будем от минора искать параллельный мажор, настроение будет повышаться. Соответственно, мы будем на инструменте идти вверх по клавиатуре, в правую сторону. Так, пробуем у соль найти параллельную тональность. Для этого нам нужно построить малую терцию вниз. Что? Что такое малая терция, вы сейчас меня спросите. На самом деле, малая терция включает в себя полтора тона. Смотрите, тон есть и полтона. Либо есть другой вариант. Вы стоите на клавише соль и просто считаете по всем клавишам, по белым и по черным, три штуки вниз. Раз, два, три. Все. Вот он. Ми минор. Проверяем у ля минора. Строим квинту по квартоквинтовому кругу. Раз, два, три, четыре, пять. Тоже ми минор. Соответственно, знаки в этих тональностях будут соответствовать знакам мажорным. То есть в соль мажоре был один диез, и в ми миноре тоже один диез. Поэтому мы сейчас не станем заполнять весь круг с вами вместе. Сделайте это самостоятельно и проверьте себя по шпаргалке. А мы пойдем дальше к самой интересной части, к практической. Друзья, но прежде чем продолжить, хочу рассказать вам, как извлечь максимальную пользу из моих уроков и прокачать свои навыки в игре на фортепиано. Для этого мы создали сообщество начинающих пианистов, не имеющее аналогов на просторах русскоязычного интернета. Вступить в него можно, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Чем же так полезно будет для вас наше сообщество? Ну, во-первых, вы можете задавать любые вопросы, касающиеся обучения игре на фортепиано, и получать интересующие вас ответы. Для чего вам будет полезно наше сообщество? Во-первых, вы можете задавать любые вопросы, касающиеся обучения игре на фортепиано, и получать интересующие вас ответы. Во-вторых, вы общаетесь в кругу таких же любителей фортепиано, как и вы, и можете перенимать их опыт, получать полезные советы и учиться на чужих ошибках по возможности, не совершая их в своем процессе обучения. Ну и в-третьих, вы находите дополнительную мотивацию к обучению, и занятия перестают быть такими монотонными и скучными. И, конечно, в нашем сообществе вы получаете доступ к интересным мастер-классам, бонусным материалам, учебным пособиям и многому-многому другому. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь на наше сообщество и занимайтесь музыкой вместе с нами. Все ссылочки оставлю здесь. А мы продолжаем. По своей сути, квартоквинтовый круг, что это такое? Это схема построения и расположения мажорных и минорных тональностей. То есть, если вот открыть любой учебник по теории, именно такое вы сможете прочитать обозначение. Но какую пользу тогда я от этого получу? Вот смотрите, простая параллель, такое маленькое лирическое отступление. Если ребенку, точнее, вот ребенок знает алфавит, то есть он может отличить N там, от Я, но какая у него от этого практическая польза, если он эти буквы не умеет складывать в слоги, тем более в слова и читать предложения? Вот то же самое и с кругом. То есть если у вас нет представления вообще о мажорах, о минорах, то есть о ладах, о тональности, какое их количество, об аккордах, то тогда вам очень трудно будет взаимодействовать и с квартоквинтовым кругом. Поэтому у нас и была такая большая первая часть урока для того, чтобы хоть какие-то теоретические знания у вас появились. И поэтому теперь мы сможем разобраться, для чего же на практике нам он нужен. Ну, первое, давайте применение, мы пойдем от самого простого к более сложному. Первое, например, я хочу играть какую-то песню. Нашел цифровку и понимаю, то есть начинаю играть там...
все, голос у меня не дотягивает. То есть вот песня всем известная, сейчас ее узнаете. Мне неудобно в такой тональности петь. Именно для этого мы можем обратиться к квартоквинтовому кругу, который поможет нам транспонировать. То есть транспорт – это перенос вашей мелодии в другую тональность. Вот мне удобно, например, петь в ля миноре, а песня написана в ми миноре. Что для этого сначала нужно сделать? Вы сейчас увидите на квартоквинтовом круге расположение тональностей, и у каждой из них есть цифра, то есть она соответствует ступени. То есть там си первая, ди вторая. Для мажоров у нас цвет оранжевый, для миноров у нас цвет синий. Смотрите, вот что нужно сделать. Сначала выяснить, какие у нас ступени в этой песне. То есть у аккордов. Аккорды в левой такие у нас. Ми. Дальше идет ре. Ля. И снова ми. Высоко мне петь. То есть я хочу ее спеть в ля миноре. Для этого я ми превращаю не просто в ми, а в первую ступеньку пишу себе цифру 1. Дальше ре мажор я превращаю в семерку. Ля минор я превращаю в четверку. И, соответственно, возвращаюсь на первую ступень. И эти же ступеньки я переношу в ля минор. И что у меня получается? Ля минор. Дальше у нас с вами седьмая ступень. Это будет соль мажор. Дальше четвертая ступень у нас будет ре минор. И мы вернемся снова в ля минор. Попробуем. Первое применение практическое, для чего нужен квартоквинтовый круг. Второе применение кругу. На самом деле, если посмотреть на все эти буквы, никаких схем вроде бы как не видно. Но здесь можно построить мажорные и минорные трезвучия. Для этого просто нужно запомнить несколько схем. Смотрим на круг и смотрим сейчас, что у нас от нотки си, то есть от клавиши до, стрелочка к клавиши и, к ми, и дальше еще одна к джи. То есть получается такой практически треугольничек, да? Вот си и джи. Вот по этой схеме мы построили мажорное трезвучие. Давайте попробуем это сделать, например, от клавиши и, то есть ми. Дальше что нам нужно сделать? Уйти вниз. Получаем какую нотку? Соль диез. И уйти опять наверх. То есть в этом треугольничке мы получили мажорное трезвучие. Вот то же самое можно сделать и с минорными тональностями. Для этого первая нотка у нас должна где располагаться? Во внутреннем круге. Давайте возьмем, например, клавишу соль. Для этого мы идем вверх. Они причем, видите, нарисованы параллельно. То есть соль, и в этом же секторе вторая нотка, си бемоль. И ре находится рядом с соль, опять во внутреннем круге. Еще раз. Соль, си бемоль и ре. И так вы можете построить, на самом деле, любое трезвучие. Нужно просто потренироваться. На самом деле здесь можно строить и септаккорды, и очень сложные, да, там и мажорные септаккорды, и минорные септаккорды, но давайте остановимся хотя бы на мажорах и минорах. Третий вариант. На самом деле здесь запрятана одна из самых популярных джазовых прогрессий. 2-5-1. Вы скажете, где же она запрятана? Сейчас на круге вы видите движение ди, джи и си. То есть ре, соль, до. Это самая популярная джазовая прогрессия, когда у нас вторая ступень, пятая и первое. Итак, от любой из клавиш вы сразу их можете увидеть. То есть не искать, какие же мне аккорды играть. То есть в джазовой прогрессии вам нужно соль мажор, да, там ре мажор и до. И они уже есть в этом квартоквинтовом круге. Но на самом деле самое интересное и вкусное — это, конечно, сочинять музыку. И если вы новичок, например, вы не знаете, какие аккорды подобрать. Вот часто спрашиваете, ну вот с до мажором какой же аккорд звучит? Какой же он звучит? И если вы вспомните первую часть нашего урока, я вам говорила, что у до мажора есть два звука, которые всегда будут с ним звучать хорошо. Это фа и соль. Так вот, на фа у нас с вами строится субдоминанта, есть такое трезвучие, а на соль у нас строится доминанта. Что они обозначают? На самом деле, субдоминанта — это то трезвучие, которое все время... Субдоминанта и доминанта — это те трезвучие, которые задают вот всю движуху вообще в музыке нам. И субдоминанта, она всегда уводит нас в противоположную сторону. Ее хорошо использовать, например, в модуляции. То есть это отдельная тема. А вот доминанта, например, там в до мажоре, да, доминанта — это трезвучие, такое напряжение, которое всегда требует разрешения. Ну вот, например, давайте возьмем простой пример. Happy Birthday там. Используем
тоническая трезвучие, дальше пришли в доминанту, который куда-то требует выхода, и она снова разрешается в тонику. Дальше мы используем субдоминанту фа, то есть трезвучие от фа, опять от до, от соль и снова от до. То есть я использовала всего три трезвучия – до, фа, соль. И на самом деле на такой прогрессии строится огромное количество песен. Но это скучно, и хочется как-то разнообразить свое звучание. Поэтому смотрите, на круге у нас есть сектор, который состоит из шести тональностей. Вот откуда мы берем эти шесть тональностей? Вот в до мажоре есть трезвучия, которые тоже будут хорошо сочетаться с этой тональностью. Ре минор, ми минор. Ну, фа мажор мы уже знаем, соль мажор знаем, и ля минор. И от ноты си, смотрите, если идти по белым, это получается си с низкой квинтой, то есть уменьшенный. Поэтому он в сектор не попадает. Поэтому в этом секторе из шести тональностей вы можете сочетать любую из них. Но нужно быть внимательным. То есть если мы с вами сейчас возьмем не мажор, а минор в этом же секторе, ля минор, да? То есть у нас с вами появится седьмая дополнительная тональность. Почему? Потому как в ля миноре, если мы построим тоническое трезвучие, это будет ля до ми. Субдоминанты это будут ре фа ля. А вот доминанты не будут ноты ми соль си. Поэтому доминанта нам всегда нужна мажорная, потому как ми соль си это будет просто обычный миминорное трезвучие. То есть оно не имеет никакого тяготения. А мы помним, что доминанта это трезвучие напряжение. Поэтому здесь добавляется седьмой аккорд ми соль диез си. То есть мажорная доминанта. Подавляющее большинство популярной музыки записано именно этими аккордами, которые вмещают в себя сектор. Но если нам скучно, конечно, мы можем выйти за пределы и начать путешествие по соседним тональностям. Называется это заимствование тональности. Вот смотрите, если мы возьмем тональность до мажор, то рядом с ней у нас, как известно, уже есть субдоминанта фа и доминанта соль. И если мы отправимся, например, в соседний сектор фа и возьмем от фа шестерку, то есть сектор дополнительный, то мы увидим, что, соответственно, тональности у до мажора появляется гораздо больше. И один из ярких тому примеров, очень любимая мной композиция группы Beatles. Мы в до мажоре. Но вдруг появляется си бемоль мажор. Если мы посмотрим на сектор с шестеркой у до мажора, то си бемоль мажора там нет. Поэтому эту тональность мы взяли у соседнего сектора, когда мы играли с фа, то есть фа мажор. Вот он, си бемоль мажор. Поэтому он здесь хорошо звучит. Потом вот он, фа мажор. И вернулись в до. Или, например, если мы возьмем миноры, к примеру, ля минор. Яркий тоже пример. То есть мы берем ля минор. Есть. Но откуда тогда у нас берется ре мажор? Если у нас в секторе с ля минором, его нет. Соответственно, мы взяли его в дополнительном секторе справа, когда мы говорили, что с до мажором сочетается и соль мажор тоже. Соответственно, с ля минором будет сочетаться его параллель ми минор. То есть у соль мажора параллель ми минор. Поэтому мы берем здесь ля минор, ре мажор. Видите, можно путешествовать не только в рамках определенного сектора. Можно выходить дальше и дальше и дальше. И это не предел. Можно не только заимствовать из соседних секторов тональности. Есть еще более крутые ходы. Но это уже совсем другая история. Если вам будет интересно, пишите в комментариях, и мы продолжим тему квартоквинтового круга. Ну а теперь то, что можно, на мой взгляд, делать и без квартоквинтового круга, так это определять количество знаков в тональностях. На самом деле многие говорят, что это вот прям номер один, для чего нужен квартоквинтовый круг. Но на самом деле не будешь же вы его носить в кармане. Поэтому есть способ значительно проще. Опять, если вам интересно, пишите в комментариях, я сниму ролик и по этой теме тоже. Следует помнить, что квартоквинтовый круг – это всего лишь схема, которая не дает вам никаких знаний. Она знания ваши структурирует, поэтому вы все равно должны знать, что такое тональность, как построить мажорную, минорную гамму, как построить трезвучие, что такое тоника, субдоминанта, доминанта и так далее. Но на определенном этапе он, конечно, может стать палочкой-выручалочкой, особенно если вы хотите сочинять музыку или делать аранжировки. Но когда вы проведете чуть больше времени за инструментом, вы забудете про этот квартоквинтовый круг, потому как все у вас будет в вашей голове. Если понравился урок, ставьте лайк, жду вас на следующих занятиях. С вами была Евгения Торжкова. До новых встреч, друзья, с любовью к музыке.